В этот раз новогодняя елка в Щелковском центральном дворце культуры получилась очень яркой, красочной и запоминающейся. Веселое представление с участием персонажей из мультфильмов для маленьких зрителей, а также их родителей, помогли организовать председатель общественной палаты округа Рушан Махмутов и депутаты Совета депутатов округа Вячеслав Артемов, Рустам Махмутов, Игорь Шариков и Андрей Якубов. Организаторы постарались сделать так, чтобы ребятам все действительно понравилось, и они смогли зарядиться отличным предновогодним сказочным настроением. Понимаем, что все соскучились. Мероприятие такого масштаба сейчас редко проводится, поэтому с большим удовольствием пригласили наших жителей, самое главное, детей, для проведения начала Нового года. Сами ребята, пришедшие на елку в Центральный дворец культуры, рассказали нам о том, что они с нетерпением ждут самого волшебного праздника в году. И, конечно, подарков, которые непременно оставит им Дедушка Мороз под елкой. Подарков, веселье, хорошее настроение, счастье, здоровье, чтобы хорошо Новый год встретили, чтобы не получали двойки. После того, как дети зажигательно спели и станцевали возле нарядной красавицы елки, они отправились в зал смотреть по-настоящему волшебный новогодний спектакль. Главные действующие персонажи, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Ну и это еще не все. Для ребят подготовили 400 наборов сладких подарков. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.